С завтрашнего дня в Костанае начинают работать школы. Часть учеников организации образования, где созданы эвакуационные пункты, продолжат учиться дистанционно. Об этом сообщили в региональном управлении образования. Онлайн-формат пока также остается в 3 школах Джангельдинского, 9 школах Амангельдинского района, а также в школах Аули-Кольском, Наурсумском, Карасузском районах и в городе Рудном. Напомню, 8 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Тобол школьники Костаная и Костанайского района перешли на дистанционный формат обучения.